Вячеслав Теминов 10 лет назад оказался в трудной жизненной ситуации. Родственники отняли все имущество, мужчина остался без крыши над головой. Близкие и друзья отвернулись. Жил Вячеслав в построенном собственными руками жилище возле трассы на улице Заречная. В условиях суровых, но даже будучи в таком тяжелом положении, он не потерял веры в добро. Мужчина и сам научился выживать, и брошенным четвероногим друзьям человека помогал все эти годы. Власти городского округа обратили внимание на сложившуюся в жизни Вячеслава ситуацию. Несмотря на то, что ему самому тяжело жить, он до 8 собак кормил каждый день, находил им еду. Андрей Алексеевич Булгаков принял решение о создании питомника в Афряново. И волонтеры проекта «Коргидел» решили помочь и сделать это немножко раньше. Как бы сейчас получилось, что Слава дал согласие, и он будет нашим первым сотрудником, первым человеком, который будет заботиться о собаках. Помогать питомцам Вячеслав начал с тех пор, как сам остался без крова. Четвероногие заменили семью, стали лучшими друзьями, преданными и верными. Вячеслав вспоминает, как впервые подобрал собаку и помог животному не пропасть на улице. Ко мне пришла маленькая собачка. Вот. И, значит, она как? Ну, я ее подкормил, то все. И она начала подходить. И вот, и как с нее пошло все. Живем сейчас мирнее без добрых людей. Сейчас предоставили работу, все, так, и работу по сердцу. Волонтеры проекта «Коргидел» помогли с организацией переезда. Он практически совпал с 65-летием Вячеслава. Юбилей мужчина отпразднует 17 ноября, вместе с тем начнет новую жизнь. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.